В пресс-центре во второй половине дня выступили представители Совета Федерации Федерального собрания во главе с сенатором Сергеем Цековым. Посетив ряд избирательных участков, в том числе и отдаленные районы, он отметил, что выборный процесс проходит на высоком уровне. Возможность фальсификации сведена к минимуму. Вообще, сам выборный процесс проходит на очень высоком уровне, с соблюдением всех возможных, а я бы сказал, наверное, даже невозможных выборных правил, уровень свободного волеизъявления, он обеспечивается законодательством, которое, в частности, позволяет всем доверенным лицам кандидатов в президенты конкретно наблюдать за избирательным процессом. Нас очень впечатлило в очередной раз то, что на каждом бюллетене расписываются доверенные лица кандидатов в президенты. Кроме того, члены делегации отметили высокую явку на всех участках. Побывав в качестве международных наблюдателей во многих странах, стоит отметить то, что им есть чему поучиться у Южной Осетии, отметил Сергей Цеков. На брифинге в пресс-центре также выступил Маир Гаглоев, представитель Министерства внутренних дел. Речь шла об основной задаче на данный момент – охране правопорядка на всех объектах, задействованных в выборной кампании. В охране правопорядка на выборах участвуют практически все подразделения МВД, в том числе ОМОН и СОБР. Руководящий состав нашего ведомства при министре внутренних дел обсудили составление милиции общественной безопасности, расчет сил и средств, задействованных в охране выборов президента. Следует отметить, что при принятии приняты все необходимые меры по обеспечению безопасности на избирательных участках. На 16:00 председатель Центральной избирательной комиссии Эмилия Гагиева огласила последние данные, по которым в районах республики выборы считаются состоявшимися, так как явка составила более 60%. Территориальная избирательная комиссия города Цхинвал – 56,64%. Территориальная избирательная комиссия Дзавского района – 66,89%. Территориальная избирательная комиссия города Квайса – 55,92%. Территориальная избирательная комиссия Знаурского района – 68,25%. Территориальная избирательная комиссия Ленингорского района – 64,11%. Территориальная избирательная комиссия Цхинвальского района – 65,77%. Общий процент по Республике Южная Осетия, принявших участие в голосовании на 16 часов, составляет 59,9%. С удовольствием объявляем, что выборы президента Республики Южная Осетия состоялись. Порог явки пройден. Общее количество проголосовавших составляет 17 652 человека. Пресс-центр продолжает свою работу. Первые данные сюда начнут стекаться после закрытия избирательных участков. Яна Плива, Сармат Гузитаев. Информационный выпуск сегодня.